Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Coming soon to the Los Angeles Convention Center, it's Mike Andrews. People stop complaining. Если мы с вами сейчас начинаем нормально разговаривать, то давайте обойдемся без обсуждения женщин, потому что любое общение про женщин, оно приводит либо к депрессии, либо к агрессии. О женщинах нельзя говорить и наслаждаться этим. Это, ну, негатив такой. Coming soon to the Los Santos Convention Center. I've had a run of bad luck, and I was wondering if the state could help me get back on my feet. Да заебало, а! Сука, поговорили про этих баб, я началась там. Instead of complaining about being poor, enjoy it. Watch TV. Don't vote. Ля, дебил. Ля, сука, дебил. See Mike Andrews live for only $200, payable in 10 installments. Reserve your seat today. Ты это что за хуйня сейчас? Что это такое? Это что, издевательство? It's about having good friends, a nice car, and nailing as many women as possible. That's why I choose Bush. Почему у успешных мужчин не бывает женщин? Ну, бывает, но только, как правило, жен не бывает. I love myself. I smell great. Bush, come on. Get your sperm swimming. Опять не туда. Ой. That's why I choose Bush Cologne. The name Cologne stems from the fact that you can sleep with anyone. I know. I did. And I'll sleep with you too. God, I love myself. I smell great. Здорово, работяги. Добро пожаловать на скинозавод. У нас тут все просто. Посередине баланс шестеренок. Их тебе сразу же 1000 штук насыпет. Слева конвейер кейсов. Стреляй по кейсам и смотри, что внутри. Одно открытие стоит всего 10 шестеренок. Справа скиногенератор. В нем раз в 2 часа производится бесплатный скин, который можно улучшать за шестеренки. Твой прогресс сохранится до конца осени. А снизу мастерская. Там наша шурочка чинит получаемые на заводе скины и помогает их вывести в твой Steam. Ссылку на временный скинозавод на Epic Drop я оставил в описании. Получи 1000 шестеренок за регистрацию и осеннюю операцию с халявным ножом бесплатно. Танечка, привет, меньше чем 3. А, сейчас передам. Танюха, тут твой, походу, этот дебил, помнишь, который ты рассказывал, что у него хуй маленький? Да, помню, он что, здесь? Да, да. Не, мне не нравится, он не мешает, такой вкусный. Тихо, Таня, тихо. Человек яйца. Чем их взрывать? Тут бензопила лежит. О, смотри. Человек яйца. Человек яйца. Блять. Да где же столько патронов возьму, я? Блять, убил человек яйца меня. Ебать! Да, с такими лагами ты здорово не поиграешь. Блять, нихуя себе меня всадили. Да с дробовиком это пиздец просто. Человек яйца. Вот видишь, смотри, вот такой вот. От компании Суперсока. И сегодня вы узнаете, каково же это ездить на электрическом мотоцикле, километров вот его хватит. Хочу. Как он смотри, выглядит на дороге? Вот это я еду, смотри, представь, что это я еду, ля. Вот это я, смотри, мышанка. Только на черном, куплю себе черный, это за я.
Почему ты еще стремишь чихуаху кастрированное? Единственная техника, про которую ты можешь рассказывать, это техника заглота с яйцами. Купи себе инвалидную коляску и катайся, не дорос еще до педали. Ротик закрывай, малыш. Какая-то микроволновка, блядь. Лучше двигателя внутреннего сгорания никогда ничего не... Двигатель внутреннего сгорания — это прошлый век, ебанько! Чем этот электронный дюда? Да? Двигатель внутреннего сгорания уже все, он уже все. Опять мне присадили дробовиком, п***асы. Блять, ебаный Русланчик, сука. Называл москвич, хуй то купил. Называл мотоциклистов хрустиками, теперь сам себя бакером называет и мечтит купить эту двухколесную коляску до смерти. Ну а как вы хотите? Блять, да меня ебать здесь, сука. Блять, да что ж такое, пойду, сука. Сейчас я куплю оружие нормально, блять, приду сюда. Я ж вспомнил сейчас, почему Пена на прошлой трансляции называл тебя Валерию и пытался пригласить на танец. Он что, за тобой ухлёстывает или уже ухаживает? Было дело. Я его отшил. Он не в моем вкусе, понял? Не мой уровень. Романтический вечер не заказывали? Нет. Я бы хотел подарить вам цветы, Валерия. Чего? Цветы подарить вам, любимая. Можно пригласить вас на танец? Извините за такое предложение скромное, но у вас очень красивые глаза. Супер Соко, Вендерер, Хантер, Стрит Хантер, уличный охотник. Насрал. Я Валера Стрит Хантер. До первого снега буду на нем каждый день везде. Там зарядка быстрая, 3,5 часа или 4. Остановлюсь в магазин, поеду, похаваю, что-то там кофе выпью. Пока буду пить кофе, зарядиться немножко. Зарядка всего 4 часа, хватает на 60 километров проехать. 60 километров, при том еще 4 часа, еще плюс 60, вообще изи. Там со временем, видит бог, еще одну аккумулятор купить, возить в рюкзачке. Нет, в багажнике. Твоя хуйня за 500 тысяч максимум 90 км в час едет. Я тебя, блять, на стелсе обгоню, башмак ты ебаный. Ты с поселка не уедешь, батарейка меньше, чем у Сименса. Тьфу. Ты чё, дебил? Там, блядь, она 90 километров заявленных. Или там, это если на первой ехать, если на третьей на 60 хватит, ты ебко. Вот Супер Сока, это другой уровень, это уже для солидных парней. Для мотоцикла ехать со скоростью 80 километров в час, это вообще с головой нахуй. А больше и не надо. Мне спешить некуда, я везде успел. Get the boys ready. Production lines gotta keep rolling. Я Валера, у меня Супер Сока будет. Я Валера, буду счастливым обладателем Супер Сока Моторс. Насрал. Пока ты дрочишь на 2-5 киловатт передовозки, ралли себе уже нашла байкера вместо рокера на Камри. С твоим IQ тебе только на четвереньках передвигаться. Хватит тащиться с хуйни, как школьник. С такими переобувами через полгодика будет копить на электросамокат и говорить, что техника заебись. А еще через годик переедет из своего гаража в квартиру и будет рассказывать, как удобно. Ебаный, вы видели? Блять, какой уебок, я его мать знаю. Это всем байкерам стыдно должно быть.
за то, что у них дырчит больше, чем едет. А я на своем бесшумно проедусь, и все. Я еще не разбил, блин, два генератора. Все. Изичное. Как это, знаешь, по сути, как вот это всякий мусор, типа Лады Веста, Приора и всякое вот это дерьмо. Готов которое... подарить тебе эликсир, самокат, раскраски и приставку с Майнкрафтом. Но взамен ролиночка ляжет под меня. Ты будешь играть в игрушки, а мы кувыркаться с ней по-взрослому. Ей нужен мужчина, а не школьник. С тобой женщины, наверное, трахаются тоже бесшумно. Хотя какие там женщины. С электрохуйней только с мальчиком получаться будет. Лучше бы вставил себе чип в голову от Илона Маска. Кайфоты из будущего на электромотоцикле. Похоже. Только попробуй хрустика там прислать. Представь просто картину, как туша 90-к, лысая с тупым ебалом и улыбкой, как у отсталого на своей беззвучной труповозке, проедет мимо мужиков-байкеров в кожанках. От их звука даже девки текут, а у тебя? У них масло текет, а не девки там текут. Ни одна девка нормально не сядет к мотоциклисту и такому, блядь, зашкварнику, рокеру. Нормальные девки любят в чистеньких мужчин, на чистеньких мотоциклах, бесшумно, без вот этого говна все. Электрически сел, поехал просто бесшумно. Пока эти, сука, и шаки на своем дрочице, параш вот этой, Хэри Дэвидсон, блядь. Даже просто сравни, какое замечательное название Харли Дивенсон, Ашрай для ушей. Легендарное парашу. Название. Или Сосусус, придуманная вот очкастым китайцем смотри. В подвале, смотри. Где эту хуйню и собирают. Вот они, вот ладони, как сцепились, смотри. Вот это вся их смелость Харли Дэвидсона, смотри. Просто уехал и все. Все. Вот дал на этом с Макси скутере, смотри, это Харли тоже. Смотри, смотри, смотри. Все, все, просто все. Все. Девушка, я как девочка могу точно сказать, да. Если бы мой парень купил себе электросисю в моих глазах, он перестал быть мужчиной. Я такому изменила и прислала видео, где меня трахает нормальный самец. Да, да. Шлюха, проститутка, иди тусуйся в клуб ночной. Ловочку не трогай, дед, это моя какие, царь. Бля, 80 километров, чтобы по городу покататься. Сделай, как твой донецкий сосед Криосан. Прикрути к велосипеду одноцилиндровый мотор и катайся, сколько влезет. YouTube.com. Watch. Да ёбать твой рот, сука! Деревня Попусков. Волока сдал официальное добро. Сегодня, когда вы все лежите спать, ваша деревня падет. Живот болит, если, допустим, аппендикс. Я помню, когда у меня живот сильно болел, я просто пошел посрал. Насрал сильно, прям весь унитаз засрал. Потом перданул, потом еще жопу чесал, когда спать ложился. Утром проснулся, у меня под носом воняет жопой, и пальцы воняют. Я начал этими пальцами гладить женщину. Она понюхала пальцы, сказала, ты обосрался. Я сказал, нет, пальцы, жопу чесал. Она такая, кайф. Вот, поэтому, сука, жизнь, она волчок, крутится незамедлительно. Пираты, сука, в мужских брюках. Бам-бам. Сколько ему? Заткнись. А, сколько осталось ты, меч процентов?
Ну тут уже предфинальная миссия сейчас начинается уже. Тут уже чуть-чуточка. Да, да, я думаю, пора дофиналить уже Телю. Андрюх, а что тебе больше нравится, Мерседес или БМВ? БМВ! А Мерседес хуй? Да! А что Мерседес хуй? Да, я во сне не крутая, а вегнучий. Понятно, Максима Маслория сняли, да? Ясно. Дед, а зачем ты постоянно врешь зябликам? Вот, например, зачем ты про Ксюшку врал? Ты что, патологически врунишка, что ли? Когда я врал? Ничего я не врал. Что наврал? Ксюха будет, да. Просто еще не родилась пока что. Рано еще. Беременная. Скоро будет Ксюшка дедова. Это правда. Я хоть раз вот зяблам своим наврал, вот хоть sir, раз. Ну, было вот такое, чтобы я наврал. Я вот не припомню. Для меня вам наврать — это себя не уважать, потому что я вас уважаю. Вы моя семья. И как я могу вам наврать? Я чё, лох? Нахуй мне тогда жить, если я просто вру? Я говорю как есть, просто иногда, не всегда все получается. То, что я говорю, выполнить. Это нормально. Человек не робот. Извините, насрал. Жизнь это... 123 активирует закрыть транспорт рядом за 200 рублей. Жизнь это не цветочный сад. Поэтому нужно относиться ко всему нормально, чтобы научиться жить. Да. О, приехали, да, Родёмыч? Ну-ка, сюда. Ой, блядь. Да тебе, сука. Опа, опа-па, опа-па, пошла разборочка. Опа, опа, опа-па, опа, опа-па-па-па. Опа, опа, опа-па, танцуют все. Да, я... Все, украл технику. Я не могу. Так, все, девчонки, не-не-не, Рад, не надо. А видел новую Нива Снок Жмышин Кадешин? Заценил уже? Не видел. Я не видел новость о новой Ниве. Это хуйня какая-то, 100%. 123 активирует закрыть транспорт рядом за 200 рублей. Ну чё, закрыл, дура? Эрнанна активирует транспорт, летает за 200 рублей. Ой, блядь, ебаная. Сосать. Та сука, лё, какая легка на подъем, а? Ой, блядь. Похуй, летим. Есть такая пословица. Лучше плохо летать, чем хорошо не летать. Ищем посадку. Да хорош уже, прилетели. Все. Да хорош, блядь, ты урод. Все. Не, блядь. Во, все, о, все. Почувствовал аппарат. Все, ничего теперь мне не угрожает. Че с лицом, хейтер? Ты что думал, тут новичок что ли играет? Новичок. Новичок? Новичка во мне увидел, родной. Я профессиональный геймер. 123 активирует. 3-4-5-0-D. Ох и пидор, ебучий, блядь! Я твою мать, 13 сын материи, блядь!
чтоб тебя волки ебали в лесу, ебать, толстосум, сука. Swing club, maybe? Ну опа! Приехали, блядь! Сука. Хватай денег, вот берите деньги быстрее, пока... Берите деньги, пока скорая не приехала. Оп-оп-оп. Опа-па-па-па, ебанько, как дела? 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 Старый аферист, куда дел желву? Если собака умерла, признался бы и все, а если жива, хули не рассказываешь о состоянии. Влад Волокас, популярный стример, укравший образ у американского ютубера в 2017 году, но он более известен нам как Самарский Снорк, Тютя Матютя, главный донатер Ламон, курьер из Яндекс.Еды и попуск. Блять. Ты забуксовал или мне показалось? Ты забуксовал или мне показалось? Да сука, блять, сука, машина горит, выходи! О, все, поздарили, въебало. Ой, сука, какой гнидный. О! Автоваз, москвич 3, могила. О, да. Нет, тварь, сука. Анальная моча. Да, 3-4-5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 
Ку-ку, ёпта! Всё. Приехал, всё. Сейчас уебе, сука, двигатель, блядь, и буду ебанет тебе. Ебанет. О! Блядь, ебать я окунь, сука. Так я просто понял, чё. Я хотел ту машину увезти от той машины, чтоб та машина не взорвалась, и потом та не взорвалась, которая по миссии. Что надо сделать, чтобы оно мне быстро... ...реактивирует закрыть транспорт рядом за 200 рублей. О, всё. Так, выходи, сейчас твоя машина взорвется. Сихо, всё. Блять, оно на пузо село, уебище. Охуеть, чувак на пузо сел. Глягни, да, сука. Парашник, сука, гляглэ. Гля, сука, дура ебана, гля, я сейчас уебе. Всё, пиздарик, сейчас уебе техника. Всё, пиздарики, проебе. О, всё. Ебаться вдыхла, сука, тварина. Знаешь чувство, будто ванусовал. Знаешь чувство, будто ванусовал. Москвич хуй. Элден Ринг пройдем, да. Элден Ринг пройдем. Да сейчас только много игр. Много игр, блин. Времени не хватает во всем поиграть. Надо GTA-шку просто уже добить до конца. Чтоб уже удалить ее. Да, ну надо, потому что начал ее, вы просили. Надо ее пройти уже до финалить. Сколько дней ты будешь в запое? А в смысле в запое? Я что, пить буду, что ли? Когда?
В смысле в запой? Я же вам говорю, пацаны, сейчас International идет. А я буду на ВК Плей стримить 100% International. Финал International, то есть это будет 13-е. Там надо посмотреть числа International. По-моему, это будет до 16 числа, с 13-го. То есть там будет финал уже International. Поэтому я буду поточить. А что это я должен пить, я не понимаю. 13 числа будет серьезнейшая операция на сердце. У меня будут сердце менять. Вот, поэтому 13-го сердце надо менять. Да. Я сейчас на самолете полечу на задание. Да что, блядь, такое? Твою мать, блядь. Да.